Дорогие наши ветераны, труженики тыла, уважаемые жители и гости нашего города, от всего сердца примите самые добрые и искренние поздравления с этим самым светлым и долгожданным праздником, Днем национальной гордости и славы, Днем великой победы нашего народа над фашизмом. Сегодня мы празднуем юбилейную дату. 75 лет назад наш народ одержал победу и сломал хребет фашизму. И сегодня мы преклоняем колено перед памятью героев, отдавших свои жизни, защищая свободу и независимость нашей Родины. Мы сегодня вспоминаем всех тех, кто отстоял свободу нашей земли, отстоял свободу города Ивангорода, освободил наш город и город Нарва. Мы помним, что в этой войсковой операции сложили голову более 100 тысяч советских солдат и офицеров. Вечная им память и наш низкий земной поклон. Мы не оплаченном долгу перед теми, кто сражался на фронтах. Перед теми, кто ковал победу в тылу, мы помним подвиги партизан и ополченцев. Сегодня мы говорим огромное спасибо нашим ветеранам. Спасибо за все, что они сделали для нас. Спасибо за мирное небо над нашей головой. Сегодня хочется пожелать вам, дорогие наши ветераны, конечно же, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Хочется пожелать вам быть окруженными заботой, любовью, добром и теплом ваших родных и близких, заботой нашего государства. Дорогие ивангородцы, я поздравляю всех нас с этим замечательным праздником, с Днем Великой Победы, счастья и благополучия и мирного неба над головой. С праздником вас, друзья! С Днем Великой Победы!